Да ты че? Ты че, сбесил, что ли? Страх потерял. Да нет, это ты совесть потерял. Да что случилось? Ты куда собралась-то? Кто такая Нина? Ты имя повторял. Не надо за мной ходить. А я не за тобой. Косметичку возьми и щетку не забудь. Изменил во сне, да, козел? Я никому изменить не могу, я свободен, как ветер. Скорее, сквозняк. Ну да, сквозняк. Здравствуй, бабнер. Мариночка, милая, прочитай, что написано. Без очков не разберу. Проверка счетчиков газа и вентиляции. Из ДЭЗа придут. Спасибо, дорогая. Кто там? Открывай, хозяйка. Проверка вентиляции. Проходите. Можете не разуваться. Кухня там? Я закончил. Распишитесь, пожалуйста. Угу. Тихо. Милок, ты из ДЭЗа? У меня кран течет. Пойдем посмотришь. А то я в ЖЭК звоню, они окаянные трубку не берут. Чтоб тебя ты! Мариночка, у тебя дверь открыта. Мариночка. Мариночка. Ой. Господи. Привет.
Зоя, мы же договаривались. Сначала звонишь, потом приходишь. То вдруг тебя застану в неудобном положении, да? Рисуешь своих новых пассий? Бачурин. Понял. Сейчас выезжаю. Марину Гонтарь убили. Поехали. Та самая? Журналистка по политике? Ну, это не политика, это скорее криминальная журналистика. Ух, знакомая мелодия. И Мимимишка тоже. Держи. Потеряшка. Сережа, на тебе в дочери годится. Зоя, ну тебе же хватает мозгов не ревновать меня, ну, к этим ленкам. Сколько у тебя этих ленок? А вот пересчитывать их, я считаю, это полное неуважение, ну, к этим самым ленкам. И завари кофе с собой, если не трудно. Да? Поняла. Выезжаю через минуту. Заметил, что мне на вызов всегда последние звонят. Кстати, Зоя, я вот об этом хотел с тобой поговорить. Давай ты приедешь на вызов. Позже меня. Не хочешь, чтобы нас вместе видели? Окей. Никуда не тороплюсь, клиент уже мертв, а узнать его внутренний мир я всегда успею. Вот голова у тебя светлая, а юмор черный. И мысли черные. Ладно, я поехал. Ключи не забудь. Я бы не стал трезвонить и будить твоих соседей, но ты мне нужна по работе. Бело громко, вызвали весь отдел, а ты без связи. Я мобильный где-то посеяла. У меня в кармане. На, держи. Не в этом. Ну что, мир? Девушка с татушкой. Так и знала, что ты ворюга. Небось, еще в почту залезал? Больно надо. Я же лицом не вышел. Слушай, давай ты здесь выйдешь. А то вон Зойка уже здесь, впереди планеты всей. А это что, твоя бывшая? Или тебя здесь все в отделе подкармливают? Так, давай выметайся. От Тела в юбке. Всем здрасте. Привет. Привет. Привет, привет. Привет. О, и стажеры подтянулись. Чего мы опаздываем? Сколько лет, сколько зим? Да, давно не виделись. Угу. Подрастают малыши. Так, ну и что у нас здесь произошло? Убийство произошло около 8 утра, точным и сильным ударом. Четко между ребер, в область сердца. Судя по входному отверстию, били левой рукой. Значит, левша. Тебе это ничего не напоминает? Дело Астахова. Угу. Знакомый почерк. Так, Зой, где твои волшебные бутерброды? В рюкзаке. Разрешаю залезть. Ну чего? Пусть забирает. Подожди еще, Радюгин должен подъехать.
Ты же знаешь его. Уже подъехал. Приветствую. Приветствую. Вот. Ой, какой карапуз клевый. Карапузиха. Ксенечка. На тебя похоже. Да? Сначала хотели назвать ее... Ну, Влад, ну уже хватит. Не мешай. Значит, вижу. Трое детей. Что, ты мне не веришь? Я вообще-то даже в шоу экстрасенсов хотел. Да там все мошенники. А я нет, скажи. Да. Вот. Вижу мужа. Высокого, перспективного брюнета. В черном пиджаке. Детеныш. Что? Я вообще-то серьезно, она в живот стоит. А вы где? Мы здесь работаем или девушка в мозги компостировала? Пикапер, блин. Так, на тебе, как обычно, опрос жителей. На тебе, Володь, ее телефон и родственники, а ты, Ленка, дуй в техотдел. Ну и просмотри ее все публикации. Че стоим, кого ждем? Давай, работаем! Ну что, сегодня вечером ко мне? Посмотрим на твое. Плохое поведение? Ну, так я всегда за, ты же знаешь. Серёж, пойдем кофе пить. А стажёра нарём? Я боюсь, что на них не рассчитано. Пойдем. Держи. Спасибо. Только не думай, что я всегда буду безотказная. Пусть еще раз тебе стажёры твои кофе делают, хорошо? Почти боксерский удар. Левша. Похоже на Митю Морпеха. Или кто-то под него косит. Может такое быть? Все может. О, начальство приехало. Здрасте. Здравия желаю. Ну что, Сергей Николаевич, когда будем брать исполнителя и заказчика? А когда нужно было? А нужно было вчера. Ну, Павел Павлович, вы как всегда. Да нет, правда, Сереж. Дело-то серьезное. Журналистка докатится до Москвы. Ой, небось, из Следственного комитета города кто-то уже прискакал. Да вон стоит. Товарищ подполковник! Здравствуйте, товарищ генерал. Здравствуйте. Неделю назад с ней виделись на банкете. Сказала, что готовит новое журналистское расследование. Ну, а поконкретнее? Не сказала ничего. Народу было много. Но, как я понял, что-то о Куличевом поле. Куличево поле? Вон куда замахнулась-то, а? Лакомый кусочек. Угу. Так, Сергей, я у вас в три буду. Собери своих. Хорошо. Бедная моя мамочка. Да нет, кроме ноутбука, вроде бы больше ничего не пропало. Да. Я не знаю, мы же свою такую квартиру продали, а эту вот арендовали на время. То есть вот это вот съемная квартира? Да. Ага. Так, а хозяйку вы уже предупредили? Да, да, предупредили. Я не знаю, мы вот все были в процессе сделки уже. Нашли хороший вариант, размен. Но мама почему-то передумала в последний момент. Угу. А деньги за продажу квартиры ваша мама где хранила? Ее могли за денег убить? Я не знаю. Деньги хранила в банковской ячейке. Ключ вот в ящике здесь был. А теперь его нет почему-то. Понятно. Так, а... О работе своей ваша мама с вами говорила по поводу своей последней статьи? Что-нибудь обсуждала? Может, ей кто-то звонил, угрожал, СМС? Я не знаю. Ну, чего-то она боялась. Так. Но она же ничего не рассказывала. Она у нас как партизанка была, Зойка Смедемьянская. Может, она вам что-то оставила на хранение? Какие-нибудь документы, флешки, какую-нибудь SD-карточку? В
Все ее вещи у меня хранятся на работе, в костюмерке. Я в клубе работаю, приют одинокого путника. Называется. Мы можем сейчас туда поехать? Только давайте сначала к вам в отделение заедем, мне справку нужно. Хорошо. Смотрите, до 16:00 у нас летучка, а после я к вам. Хорошо. Вачурин. Привет, Ларис. Ты к своему, что ли? Ну а куда же еще? У него как раз обеденный перерыв. А тебя я даже не спрашиваю, куда, и так ясно, что к бабе, раз букета. От жены прокурора ничего не утаишь. Белый, значит, молоденькая. Ах, Бачурин, все такое же, бегаешь. А ты все такая же красивая и зубастая. Ну а толку-то? Мутишь ты с помоложе, все вот такие. Что, гражданин прокурор опять загулял? А ты сделай ему хоть конем. Ну, вы же тоже все такие же. Что, Нинку свою никак простить не можешь? Давай, тусуйся с этими своими сопливыми стажерками. Нинке же недолго осталось. В смысле? Скажите Вике, что приехал ее, ну, в общем, Бачурин приехал. Ваш нет в списке гостей. Да я только поздравил. Эй, вы там, вы меня слышите, нет? Вы что, вы хотите, чтобы я тут ваши ворота разнес на шампуры для шашлыков? Я, между прочим, опер убойного отдела. Давай открывай, пока я спецназ не пригнал. Я скоро стану дедушкой? Нет, это мама скоро станет бабушкой. Ты что, приехал? Настроение мне портить? Да нет, просто приехал поздравить с днем рождения. Подарок привет сейчас. Размер вроде твой. Но если нет, то у меня есть знакомый ювелир, может подогнать. Откуда у тебя такие деньги? Что же, я не могу позволить родной дочери на совершеннолетие сделать шикарный подарок. У меня уже есть отец. Очень хороший человек, между прочим. Да, хороший человек, Антох. Хороший человек. Жену увел, дочь забрал. Закрыл тебя в этом чудо-курятнике так, что родной отец должен охранником в пояс кланяться. Да на камеру кричать, чтобы родную дочь с днем рождения поздравить. А так хороший парень Антоха. Он сейчас здесь? Ты мог объявиться, когда мама от него ушла. В смысле ушла? Когда? Проснулся. А вместе с ним и его отцовские чувства проснулись. Вик, я себе места не находил. Я вот в эти ворота башкой стучался, чтобы хороший парень Антоха разрешил мне увидеть родную дочь. Его охранники мне всю морду размалевали. Ты, наверное, не помнишь, маленькая была. Это не важно. Ты мне скажи, что с мамой. Это уже не твои заботы. Где она сейчас? В санатории. В каком санатории? Где? В Швейцарии? Какой диагноз? Куда он ее отправил? Никуда он ее не отправил. Она не хочет брать у него деньги. Она гордая, и ты гордый. Никто никому не нужен. Что ты строишь из себя непонятно кого? Успокоительное себе купи. Вик! Вик, куда ты пошла? Я с тобой не договорил. Вик, подожди, где мама? Вик! Не знаю, милок. Он такой страшный. Вот, такой. Спасибо, бабуль. Она его видела? Видела, видела. Жуть какой. Сказал, что слесарь из ДЭЗа, а у меня кран течет.
Так, значит, он все-таки что-то сказал? Да не. Молчал он, как окаянный. Идет на меня. А я Ладно, говорю... бабуль, погодите. Значит, там на двери объявление висело. Проверка из ДЭЗа. Да, я видел. Только в ДЭЗе об этом никто ничего не знает. Никакой проверки не готовилось. Я отдал объявление на экспертизу. Молодец. Не даст эта экспертиза ничего. Я думаю, это Митя Марпех. Он уже одевался в работника ДЭЗа. И вообще, повторяется наш артист. Скажи, бабуль, ты какие-нибудь особые приметы запомнила? Ну, я не знаю, там, родинка, шрам, родимое пятно. Приметы? Ну, да. Жвачку он жевал. По запаху мятная. Спасибо, бабуль, вы нам очень помогли. Че кричишь-то? Я слепая, но не глухая. Ну, считай, киллер у нас на крючке. Нюхайте, Сергей Николаевич, каждого. Кто пахнет мятной жвачкой, тот киллер. Так, у меня видео с регистратора. Пойдем посмотрим. Видеорегистратор? Ну, классно вы придумали, я бы не догадался посмотреть. Думал, они все выключены. Подожди, это что, все, что ли? Батарейка сдохла. Блин, лица не видно. Ну, зато мы точно знаем, что подобным ударом убили и Астахова, и помощника прокурора. Итак, Гонтарь была криминальным журналистом, и врагов у нее было предостаточно. Шурик, составь полный список фигурантов ее расследований. Отрабатываем возможные мотивы вместе. Хорошо. Я сделала подборку ее публикаций. Вот. Молодец, Ленка. Так, а над чем она работала в последнее время? Проверяем ее аккаунты в соцсетях, мессенджеры. Техотдел этим занимается. Ее сын, кстати, сказал, что она все свои документы копировала на флешку. Я с ним договорился встретиться, может, я тогда поеду. Если что, Шурик в курсе всех моих отчетов. Давай. Всех приветствую. Здравия желаю. Прошу прощения, начальство задержало. Значит так, в Москве уверены, что убийство Гонтарь напрямую связано с разногласиями между Петром Булиным и компанией Beauty Country. За Куличевскую делянку, за лес и поле. Битва за Куликовское поле. Вот именно. И Петра Булина не зря Питбулем прозвали. И эту, как ты говоришь, делянку он так просто не отдаст. Не отдадим ни пяди земли фашисту. Гонтарь в своем блоге писала о том, что готовит статью о криминальной ситуации у фермеров. А вот это как раз в тему. Слушайте, почерк похож на Митю Марпеха. А Митя Марпеха — это человек Питбуля. А это не Зергут. В распечатке звонков маркером ее звонок вам, Юрий Витальевич. Ну, я же говорил, мы виделись с ней на банкете. Народу было много, поговорить не получилось. Она потом звонила, хотела встретиться. Ну и что, встретились? Ну, у меня дел было по горло всю неделю с министерскими. Не успела. Так, сыну, от сына, риэлтору, в банк... в редакцию, некой Бережной. Ну что, пробил их? Риэлторшу, да. Она квартиру искала. Остальных пока нет. Так, мне к 6 в следственный комитет, а вы давайте бросайте заниматься ерундой. Нужно искать материалы Гонтарь по Куличеву полю. Уверен, что она нарыла какой-то компромат, вот ее и убрали. Все, пока. Пока. Так, Шурик, пробей, был ли Радюгин на Гонтарь на банкете? Ну и о чем разговаривали? Как? У кого? Там такие люди были? Как у кого? Как девок клеить, так значит, у тебя смекалка работает. А как по работе, значит, мы тупим. Прояви свои пикаперские способности, поговори с персоналом, с официантками. А чего пикапер сразу? Может, у меня серьезные намерения? Ну вот ты направь свои серьезные намерения на расследование. Чего вы как дети-то, а? Давайте делаем все одновременно. Давай, давай, работаем.
А Валентин Покровский у себя? Звонил. Через 5 минут будет. Алло, Танюша. Привет. Ну как вы там? Да ладно. Ксюшечка сама встала? Ну почему я этого не вижу, а? Да я в этом, в клубе ночном. Так, давай не начинай. Я на работе. Сюда мне работать надо. Пока. А, вы уже пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, пойдемте, я вам все покажу. Прошу. Ну, собственно говоря, вот я здесь и работаю. Здесь проходит вечернее шоу. У нас замечательные артисты. Они пародируют звезд мирового масштаба. Причем, на мой взгляд, делают это даже лучше, чем сами звезды. Костюмы у нас очень дорогие, запирать приходится. Но тут уж ничего не поделаешь. Все-таки мы по Европе гастролируем. В Европе? Нас даже ограбить один раз пытались. Представляете? Ну, это кошмар был. Ужас. Ходить. Ну вот, в коробку все мамины вещи. Ну, пожалуйста, смотрите. Слушайте, а почему ваша мама не захотела переезжать на новую квартиру? Я не знаю. Да я не спрашивал на самом деле. Мама у нас такая была, знаете... Такая вся на нервах. Может быть, уехать куда-нибудь хотела. Может быть, в Москву, а может быть, еще куда-нибудь. Мама. Мама, мама, мамочка моя. Моя собачка любимая. Опа. Ай, господи, боже мой, ну сколько раз. Не переживайте, это там у них что-то барахлит, какой-то автомат или пробки, я не знаю. Сейчас, я сейчас сделаю. Минуты буквально. Что с вами такое? А? Вы целы вообще? Господи. Господи, боже мой, кажется. Сереж! Позвони! В скорую позвони, пожалуйста! Ты мне скажи, что там видно с видеокамер возле клуба? Так. А, ну понял. Тань, привет. Я теперь у нее враг номер один, да? Ну что, как ты, герой? Повезло. Спасибо генам. Голова крепкая. Портрет срисовал? Не, не успел. Он со спины бил, и темно было. Не поймали, значит? Ну, увидишь, поймаешь. Нет. В смысле? Ты же вон как огурчик. Через недельку увидишь, поймаешь. Нет, через недельку я буду начальником охраны. Тесть уже давно предлагал. Сергей Николаевич, вы поймите, у меня Танюша и дочка теперь я... Не могу. Прямо вот решил, да? Ну, вы один, отвечаете только за себя. Не поймете. Ну, почему не пойму, пойму. У тебя жена, дети. Там платят больше. Да нормально все.
Привет, пап. Как ты изменился. Да, время летит. Мне надо расплатиться пойти. Не надо, я все уже оформил. Идем. Идем, идем. Пойдем. Пойдем. Ну, а ты как? Не женился еще? Ну, куда уж. Ты знаешь, в какой-то момент наступает ощущение, что семья одна. Это трудно объяснить, но с другими не ладится уже. Вот и живу отшельником. Я никому не нужен. Очень жаль. Потому что мне ты как раз был нужен. Что ты, ну? Что ты так смотришь? Ты же видишь, что случилось с мамой. Будь осторожен. Я осторожен, ты уж не поверил. Так и у папок-то у меня этих нет теперь. Чего бояться? Я думаю, вряд ли меня теперь кто-то тронет. А, кстати говоря, ключ-то от маминой ячейки тоже пропал. Ну, ты знаешь, у мамы была подруга. Помнишь, тетя Рита? Ну? Она работала в библиотеке. А, да, да, помню. Тогда в нулевые мама прятала у нее на работе банковские распечатки со счетов наших чиновников. Может, и сейчас? Пап, слушай, я вообще там не одну книгу брал. Да. Кстати, этим, кто видит ее дело, можно доверять? Фух. Ну, 2 недели назад, допустим, вот я случайно встретил ее на заправке. Она была не одна, сказала, что едет там куда-то со своим знакомым следователем. Фамилия какая-то типа Гадюкин. Ты сможешь ее найти? Ну, думаю, да. Что? Найди мне этого Гадюкина, слышишь? Найди. И вот еще что, сынок. Никому об этом не рассказывай, хорошо? Хорошо. Ты молодец? Я молодец. Оборститель официантов на банкете. Значит так, 3 из них подтвердили, что Гонтарь и Радюгин были там и общались. Одна из них даже слышала, как Гонтарь сказала: «Я могу доверять только вам». Ну вот, пикапер, молодец, можешь, когда захочешь. Сергей Николаевич, я сейчас поем и в клуб к Покровскому. Может, Лена со мной поедет? А то я сейчас и за себя, и за Вована. А так поможет, опрос пройдет. Ну, а что, Лен, поезжай. Нет, на мне тех отдел, у меня публикации. Угу. Возьми вязьми что-нибудь пожарь. Я не голодная. Я ему, кстати, нравлюсь. Ты ему, кстати, нравишься. Ты что, вообще мне не ревнуешь? А, стесняешься? Лен, слушай, пойдут разговоры. Оно тебе надо? Да. А мне нет. Почему вы ко мне обратились? Мой сын сказал, что вы дружили с Мариной. Да, смелая была женщина. Ничего не боялась. И знаете, очень мне нравилось. Мне тоже. Когда-то давно. Я всегда удивлялся. Такая она сильная. Это точно не каждый выдержит. Я не смог. Так почему вы сами не можете взять, если там что-то лежит? А зачем? Я пожить еще хочу. Пойдемте. Вот она нас ждет. Добрый день. Подполковник Радюгин, Следственный комитет. Здравствуйте. Это он. Останови. Это он же. Только в толстовку переоделся. Это явно папка. И время совпадает. Угу. Это он. Была, да. Буквально несколько дней назад, в четверг. Ну, как же так, а? Господи, такой человек золотой. Маргарита Павловна, я понимаю ваше горе и искренне вам сочувствую.
все-таки лучшая подруга. Но у нас к вам очень важное дело. Скажите, Марина не оставляла вам ничего на хранение? Нет, ничего вроде. Хотя у нее здесь целый локер, ну, шкафчик на замке. У нас здесь было обновление, это теперь коворкинг называется. Ну, компьютеры закупили, локеры поставили. Ну, я и Мариша один локер выделила. Вот. Открывайте. А кода я не знаю. Ну, зовите техника. А техника сегодня нет, он на больничном, с подозрением на аппендицит. А может, ее день рождения? 14 июля. А вот и ключик. Ничего себе. Здесь, похоже, 5 миллионов. Конечно, это же за продажу нашей квартиры. Новую маму так не успела купить. Ну, теперь купишь сам на эти деньги. Господи, деньги, деньги. Маму теперь вернуть нельзя. Ну, это пока не просто деньги, господа, а улики. Валентин, это ее мобильный? Да. Ну, вернее, это мой старый, я его дал, она его использовала как второй, а ее телефон украли. Ясно. Все это вы сможете получить позже, я составлю протокол выемки. Кличке Морпех объявлен в розыск по обвинению в убийстве известного журналиста Марины Гонтарь, а также в попытке покушения на жизнь сотрудника полиции. О, оставь, это ж по нашему делу. Было наше, да сплыло. Зимник его почти передал. С какого перепуга? Ну, а тебе не все ли равно? Сереж, ты ведь всегда сам учил, что оперу не может быть все равно. Блин, ну не начинай ты, а? Не начинать? А ничего, что я уже кучу инфы по этому делу нарыла? Ее переписку с этим блогером, у которого она квадрокоптер брала. И по мне, так Морпех — это всего лишь ширма. Воспитан на свою голову. Мы теперь и дома будем разговаривать о работе? Если так, то давай закажем чего-нибудь доброго, светлого и нефильтрованного. Мне нельзя, забыл? Ну да, извини. Ладно. Пельмени будешь? Домашние. Сама, что ли, делала? Ага. Сама. Буду. Ты помнишь некую Бережную из списка контактов? Ну? Гонтарь хотела у ее брата квартиру купить. Там что-то нечистое. Я договорилась о встрече. Лен, отбой! Бачурин, да что с тобой? Где тут Супермен, прущий против системы, в которого я влюбилась? Забрали дело и все? Ты вроде еще не старпер. Да старпер я, старпер! У меня дочь... младше тебя на 3 года. А если тебе захотелось поиграть в жену, так лучше борщ свари, а не эти домашние пельмени из супермаркета. Так ты что из меня, домохозяйку готовил? Да мне папа в 5 лет стрелять научил, а в 10 я сломала старшекласснику руку. И, кстати, папа меня за это не ругал. И ты хочешь погибнуть так же, как он? Нет. Я хочу стать таким же профи. Мама его, кстати, любила. И через год умерла. Ладно, профи, иди сюда. Дам тебе совет. Иногда приходится отказываться от дела, если тебе наступают на хвост. И что же прикажете делать, товарищ майор?
Сидите в телек пялиться? А нет, выйду-ка я лучше в отпуск. А новая улика – это ж всего лишь улика. Лен, я как-то непонятно выразился, что ли? Ты меня слышишь вообще? Я говорю отбой, это приказ. Приказывать мне на работе будешь. А здесь, как ты правильно заметил, я тебе не жена. Дура, да я же о тебе забочусь, соплячка. Тебе что, заняться, что ли, нечем? А если нечем заняться, то выходи замуж. А, замуж? Да, замуж. А за кого? За Шурика. Кстати, отличный парень. Отличный парень? Да. Это тебе надо. Замуж, Бачурин. А то вон обабился совсем. Сидишь каналами, щелкаешь. А вы все время сидите в интернете. Гаджет его поколения, молодое и наглое. А вы поколение слабаков. Так и будете в кармане таскать кольцо. До пенсии. Иди ты, Бачурин. Знаешь, куда? Куда? Мы выкупили 32 гектара под строительство элитного комплекса. Рядом с ним мы разместим фитнес-центры, спа-салоны, теннисные корты. Значит, вы говорите, Марина Гонтари хотела купить квартиру вашего брата? Да, через сайт. Но к тому моменту квартира была уже продана. Очень странная история. Почему странная? На продажу-то он ее выставил. И даже меня просил помочь. А вот сам пропал. Как пропал? Не знаю. Как в воду канул. Там в квартире те, кто купил ее, живут. Но они не знают, где он. Показали мне договор и его долговую расписку. Якобы он за долги ее продал. Якобы? Он пил? В том-то и дело, что нет. Не пил, не играл. Звонил оттуда один раз, а потом пропал. А вы в полицию звонили? Да. Но там даже заявление о пропаже принимать не стали. Участковый из Куличева сказал, что брат жив и работает. Вы говорите, из Куличева поля? Да. Там участки раздавали. Под обработку. Дело тут явно нечистое. Вы думаете, что Гонтарь туда ездила? Да. Я очень верила в ее авторитет, в ее пробивную способность. Я еду к нотариусу. Поедете со мной? Я уже там была. Не знают они ничего. И вы ничем не поможете. Бесполезно это все. Это мы еще посмотрим. Thank you.
Нет, ну я со 100% уверенностью могу сказать, что это Митя Морпех. Но лица же не видно. Стоп. Ну да, лица не видно, но я же с ним встречался. И потом фигура, эти плечи, затылок бритый. Нет, убийство Гонтарь точно на совести Питбуля. Юр, кстати, спасибо большое за вещдоки, очень скорый процесс. В ее мобильнике для нас не оказалось ничего интересного. А вот купюры оказались замечательные. Среди 10 пачек, в одной из них прямо в центре, к одной из купюр была приклеена скотчем вот эта microSD. Смотрите. Это что? Не знаю, фирма какая-то. Снято с дрона, ну, с квадрокоптера. Я вижу, что с дрона. Где это снято? Похоже на ферму Питбуля и... Ну, такой экстерьер по всей России найти можно. Ну, я же его делом занимался. Я эти его угодья как облупленные знаю. Значит, расклад такой. Питбуль, Петр Булин, разыскивает везде эту запись, посылает своего морпеха, но Гонтарь баба упертая, запись не отдает, и он ее убивает. Вам не кажется, что это слишком легко? Видимо, эту запись и хотела мне передать Гонтарь, но не успела. Ну и что дальше? А дальше городской следственный комитет начинает дело по поводу убийства на территории Петра Булина. И объединяет его в одно дело производства с убийством Гонтарь. Тебе от Новицкого привет. Видел его в новостях. Так бьют и канты его конторы. Угу. Ну что, может, посидим, отметим мое повышение? Отмечался уже. Новицкий тебя, кстати, в гости зовет. С чего бы это было? Ну, не знаю. Помириться, наверное, хочет. Я с ним не ссорился. Не можешь ты Антоху простить за то, что он Нинку у тебя тогда увел. Могу. Это было давно. Я все забыл. Врешь ты все, Серега. Ничего ты не забыл. Да, не забыл. Хотя зла на него не держу. Но и кшаться я с ним не собираюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. А могу я с вашим начальником поговорить? А в чем дело? Может, я могу помочь? Я хотела бы узнать про Бережного Николая Владимировича, 73-го года рождения. Он продал квартиру по адресу. А вы кем ему приходитесь? Я веду журналистское расследование. Людмила Ивановна, девушка из газеты интересуется квартирой на Ивановской 7. А что случилось? Я знаю, что Бережной выбыл в деревню Гаврилково Куличевского района и пропал. А его квартиру хотела купить журналист по фамилии Гонтарь. Я прекрасно вас понимаю. А кем вы ему приходитесь? Никем. Но я... Тогда, извините, мы не имеем права раскрывать информацию третьим лиц. У вас все? Да. Девушка, подождите! Как вас зовут? Лена. Леночка, вы же убийство Гонтаря расследуете. Да, журналистское расследование. Есть для вас информация. Конфиденциально. Я же в кабинете не могла об этом говорить, вы же понимаете? Ну вы посмотрите, может, вам что-то будет интересно. Ну вы же не на улице будете это смотреть. Я не кусаю, садитесь. Ну, чего звал? Я давно известный бизнесмен, а ты разговариваешь со мной, как с шавкой. Бывших преступников в Питбуле не бывает. А на свободе вы только потому, что научили закон нарушать чужими руками. А ты гордый. Угу. И вот ты не веришь, что люди могут меняться.
Ну, тогда перейдем к делу. Мой морпех журналючку не заваливал. Ну, а кто тогда? Ну, ты суперопер. Вот ты мне и скажи, кто. Тот, кто хочет меня подставить и по моему морпеху отработали, чтобы стрелки на нас перевести. Как ты хитро делано, тебе не кажется? А ты догадываешься, что Beauty Country не просто компания, да? За ней люди стоят. Вот тебе и ответ. Думаешь, на виски? Ну хорошо, а кто тогда моего опера отработал? Не твой морпех? Нет. Клянусь матушкой, землей нет. Слушай, а давай я с твоим морпехом сам поговорю, а? Он давно на веселых островах попу греет. Как кипиш пошел, отправил его куда подальше, чтобы на него не навесили всю эту канитель. Хочется тебе верить, Питбуль. Да вот только опыт не позволяет. Похоже, это действительно материал Гонтарь. Конечно, ее. Дело о заморозке новостроек. Дело о прокладке железной дороги. Откуда у вас эти папки? Одну секундочку. Да, Антон Сергеевич. Да, 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 конечно. Конечно, да. Что такое? Микрофон лазерный направленного действия. Круче, чем суперуха. Ну что ж, назначаю тебя главным слухачом. Служу Советскому Союзу. Молодец. А когда можно будет ее на деле проверить? Дело ему подавай. Это епархия Семенова. А Ленка где? Так я думал, она с вами. В смысле, со мной? Ну-ка, позвони. Да я звонил, не отвечаю. Взяла моду игнорить меня. Странно. Она уже 2 часа как должна быть на работе. Поехала встречаться с Бережной. Ну, коза упрямая. Здравствуйте. Здравствуйте. А где я могу найти Баранову Людмилу Ивановну? Ее нет. Извините, мы закрываемся. Угу. Шурик, дуй в единый центр камер наружного наблюдения и пробей, была ли Ленка у нотариуса Октябрьского района. Давай, жду. Инспектор ГИБДД, старший лейтенант Приходько. Ваш документ, пожалуйста. Сестра опять как свинья нажралась. Не знаю, что с ней делать. Да уж, запашок. Ваш-то хоть пьет. А у меня балбес. Тут вообще... Куда едете-то? На дачу.
подальше от ее дружков отморозков. Во-во, правильно. И от ночных клубов подальше. Удачи, майор. Шурик, мне срочно нужны записи. Уже Тихотел скинул записи с камер, установленных на автобусах того маршрута. Черт, номер не видно. Так, Шурик, пробей эту тетку по базе данных и скинь мне ее домашний адрес. Технари пусть ищут по видеорегистраторам, куда Ленку дальше повезли. Ленин мобильный пробили. Локацию определили здесь, недалеко, на 13-м километре. Так, давай сначала туда. Нашел. Лемкин. Так, прочесать здесь все вдоль и поперек. Нам нужны какие-то зацепки. А вы запускаете ориентировку с фотографией Ленки. Я к Барановой! Гражданка Баранова! Людмила Ивановна, я же слышу, что вы там. Майор Бачурин убойный отдел, открывайте по-хорошему. Ладно. Алло, Шурик, это Бачурин. Давай, дуй к Барановой. Ты же хотел испытать свое ухо. Какое разрешение? Да нет, это неофициально. Для меня. Так, не учи курицу яйцо. Успеешь еще штурмовать. Давай. Менты не уходят. Что мне делать, Анфиса? Дочь, я не могу ждать до завтра. Если они меня возьмут, я не выдержу. Ты же сама знаешь, у меня сердце. Так и передай ему. Анфиса! А вот теперь вызывай бригаду. Шурик, иди кофейку попей. А то, наверное, часа три спал. Вам сейчас технари скинут номер телефона дочери Баранова и ее геолокацию. Помнишь, Баранова сказала, передай ему, а кому ему? Непонятно. Ну, может, Баранова и ответит, когда очнется в больничке. Штурмовать сердечницу — рисковое дело. Надеюсь, она не в коме. Меня больше интересует, где сейчас Ленка и ее состояние. Алло. Ленку видели? Да. ГИБДДшник тормознул на трассе машину. Спросил документы. Он в своем регистраторе посмотрел номер машины. Здрасте. Майор Бачурин, а почему вы машину сразу на месте не пробили? Так, в общем, пробивайте машины и жду на свой телефон СМС. Все. Ну, он представился майором полиции. Ты даже фамилию не запомнил. Жарин, блядь, Жлобин. А машина-то зарегистрирована на дочку Барановой. И вчера они объявили об ее угоне. Шурь, побудь здесь, а? Ты мне понадобишься. Майор Бачурин, вот постановление на арест и обыск. Открываем ворота. Звоните Новичкову, его нет дома. Нам нужна гражданка Анфиса Баранова. Ее нет. Понятно, вся мать. Затихарилась и сидит. Но мое терпение не безгранично. Открываем ворота! Какие люди! Коломбо и его команда. Зачем же так вламываться на чужие владения? Я вам сам все открою. Значит так, мне улыбаться сейчас бесполезно. Плавно выходим из машины и сдаем гражданку Баранову. Младшую. Старшую мы уже взяли, вот постановление. А ее тут нет.
А геолокацию мобильник утверждает обратно. Вот растяпа, а? Мобильник дома оставила. Ребят, вы заходите, не стесняйтесь. Давай, Серег, заходи. Посмотришь, как живут состоятельные люди. Заходим. Савченко, осмотрите дом. Егоров вместе с ним. Все электронные носители спускать вниз. Ну, я же сказал, Анфисы здесь нет. А где Лена? М? Я говорю, Лена где? А, Лена? Лена, Лена. Кто такая Лена? Вы тут что, Лену прячете еще, а? Не ерничай, Антон. Твоя Анфиса идет сейчас как соучастница в похищении человека. Автомобиль, в котором последний раз видели нашу сотрудницу, Елену Вязьмину, зарегистрирован на имя Анфисы Барановой. А, это. Ну так, она ее матери давно отдала, а у той угнали. Мы же заявляли вчера. Ну и где она сейчас? Анфиса-то? Ага. Ну, я ее с утра отвез в аэропорт. Сейчас, наверное, где-то над океаном летит. Ну что, будешь самолет разворачивать? Знаешь, у тебя, наверное, судьба такая. Девушек упускать. Савченко, Егоров! Шурик, дочка Баранова улетела. Рейс на Майами. Так. Ну и что показали камеры с автобуса? Отлично. Майор Бачурин, убойный отдел. Где сейчас Елена Вязьмина? Кто это? Я ничего не знаю. А вы знаете, что ваша дочь уехала из страны? Уехала. Ну, так Новицкий сказал. Но на самом деле на рейс она не села. Так где она? Он ее убил. Кто? Новицкий. Людмила Ивановна, Анфису все еще можно спасти. Просто скажите, где Елена Вязьмина и кто ее похитил? Я к этому не причастна. А камера с автобуса зафиксировала, как вы сажаете Елену Вязьмину к себе в машину, где за рулем сидит человек, очень похожий на убийцу Гонтарь. Так где она? Я не хотела причинить ей вреда. Я хотела выяснить, что она знает. Я вышла из машины, а Кириллов ее вез. Так, адрес и телефон Кириллова, быстро. Девушка, вам плохо? Господи. Жолобов Олег Юрьевич, майор полиции. Значит, удостоверение липовое. Кириллов, вам светит пожизненное заключение. За убийство сотрудника Следственного комитета Елены Вязьминой. В смысле, начальник? Какого такого сотрудника? Никакого сотрудника я не убивал. Документы, да, купил. За них отвечу. Остальное зачем шьете? Баранова посадила к вам машину Вязьмина. А потом ее нашли за городом. Так она сотрудник органов. Эта девчонка. Я не знал. Баранова приказала припугнуть ее и узнать, что она знает. Я вас спрашиваю, как Вязьмина оказалась в 20 километрах с остановкой сердца? Я ее просто высадил. Смотрю, не дышит. Посадил на остановку. Думал, может, показалось, может, отойдет. Елена Вязьмина умерла от отравления алкоголем. У нее была аллергия. Значит, это был несчастный случай.
машину к тебе она садилась трезво. Гантарь, тоже ты убил? Начальник, ты меня терпил и хочешь за всех сделать? Какую такую гантарь? Ты засветился на камерах возле подъезда и клуба. Только знаешь, что мразь. Нам бы этих камер не хватило, чтобы тебя взять. А Ленка на тебя вывела. Значит, не просто так. Ну, что тебе еще? Ты сучонок. Ты понимаешь, что Ленка погибла за тебя? Я не знаю, кто такая Ленка. Мразь, тварь. Ты мне за все ответишь, понял? Сергей Николаевич, проблемы будут. Кириллов расковолся. Это ты приказал убить Гантарь. Да я не знаю, кто такой Кириллов. Зато знаешь, кто такая Баранова и действовал через нее. Это не я. Ну зачем мне это? Чтобы отхапать Куличева. Гантарь вышел на вас случайно, когда продавала квартиру, и ты ей приказал ее убрать. А вот с Ленкой, сука, ты прокололся. И теперь у нас есть и киллер, и Баранова. И теперь ты точно не отвертишься. Ты уже в клетке. Смесь адская получилась. Сначала снотворное, а потом алкоголь. В общем, доза смертельная оказалась. Девчонка совсем. Ей бы жить да замуж выходить. Думала ей предложение сделать. Но она, наверное... Короче, не нравился ей. Как Бачурин? Лютует. Говорят, когда Новицкого брали, он совсем с катушек слетел. Да, они же друзья с ним были. Ты что, не знал? А тут еще Ленка. Господи, ты про них тоже ничего не знал? На, Шурик, фиговый ты опер. Почувствовал. Ты всегда меня чувствовала. Всегда знала, что я с работы возвращаюсь. Даже звонить не надо было. Столько денег на звонках сэкономил. Посмотри на меня. Thank you.
Зоя, привет. Слушай, мне сейчас некогда. Ты не ждал меня? А я подожду. Только давай на кухне, я быстро правда. Ну вот, собственно говоря, я вам все показал. Да, ремонта не избежать, конечно. Да, просто квартира от деда досталась. Но я могу скинуть цену, просто деньги очень нужны. А тут у вас спальня, да? Подождите, девушка не продается. Ну так что, мы с вами договорились. Спасибо, Сергей. Вечером созвонимся. Ага, пойдемте, я вас провожу. Ну что, меня ждут все 10 египетских казней? Ты не просто скотина, Бачурин, у тебя у скотины хоть совесть есть. Ты козлина, подлая. Я не знаю, как теперь все исправить. Да я сам дурак. Все испортил. А я глупая и упертая. И я упертый козел. Козлина, ты же слышал? Значит, мы прекрасная пара. Ну, знаешь, я ни на минуту не переставал тебя любить. Я думал, время лечит. Но нет. Прости меня. Пожалуйста. И ты меня прости. Теперь мы вместе. Иди-ка. Значит, бьюти-кантри, он же Новицкий, так и не отхапал Куличева у Питбуля? Не отхапал. Новицкий потерпел поражение на Куличевском поле. Новицкий там хотел сделать бьюти-кантри, застроить все элиткой, а Питбуль хотел распахать и засеять все рожей. И зачем ему это? У него и так булочные по всей стране, Питбулка. Хороший хлеб. Ну, значит, я был прав, что та ферма с громилами на видео принадлежит Питбулю? А вот как раз нет. Тот участок Новицкий отхапал Питбулю. У него там было 40 работников. У них забрали паспорта. Они не могли выходить из фермы. У них не было даже душа и туалета. Они спали на мешках с пищевыми отходами. Ну потом-то он хотел сделать все прилично. Ну, конечно, да. А вот потом, когда Гонтарь вышел на это дело, Новицкий решил одним махом избавиться и от Гонтарь, и от своего конкурента Питбуля. Сергей Николаевич, давайте не будем торопить события. Следствие продолжается. А дело Елены Вязьминой объединено с убийством Гонтари. Впоследствии мы сможем... Ну да, только все уже сделал. Заказчик признался. Киллер дает показания. А вся слава достанется вам. Я же не против, честное слово. Павел Павлович, я очень хочу в отпуск. Спасибо, но от тебя не возьму. Я прекрасно знаю, насколько они тебе сегодня нужны. Кстати, вычислили что-нибудь по убийце Гонтарь? Ты думаешь, я расскажу тебе, кто тебя подставил? Все никак в толк не возьмешь. Я же стараюсь не из-за бабла. Я же за справедливость. Так ведь и я что ж за справедливость-то?
Промерзли мы на кладбище. Горяченького налью. Тут даже на похороны не пришел. Отдыхать поехал. Все, думаю, совесть у него проснется. Держи. Сволочь. Подлец очередной. Дуре будет мозги пудрить. И о нем лучшего мнения было. Вот здесь распишитесь. Да, и на каждом листе. Ну вот и отлично. Скажите, за то, что я здесь это все написал, на что я могу рассчитывать? Не волнуйтесь. Сделаем все возможное. Лицом к стене. Entschuldigen Sie bitte. Gehen Sie nicht stehen bleiben. Sie schlafen am Morgen. Am Morgen herzlich willkommen. Bitte nicht stehen bleiben. Gehen Sie. Bitte schön. Verstehen, verstehen. Я тебя понял. Ты иди. Иди, я здесь побуду. Ты иди, а я побуду. Ты иди, иди. Юрин Сергей Николаевич. Вася Чуток, официант. У нас постановление о вашем задержании. Круто. Неплохо. Да не брал я у него ничего. Я продал квартиру, машину, так по мелочам. Деньги нужны были срочно. Понимаю. Вот только что не брал, еще доказать нужно. Влип ты, Серега. Давно работаешь на питбуле? Нюр. Гонталь нарыла на Новицкого компромат. И чтобы его подставить, вы решили ее убить. Как просто! Слушай, ну есть же показания киллера. А есть другие его показания. Где он утверждает, что ты из него все выдавил. А теперь он написал правду. Где заказчик убийства Гонталь, ты. А мотив? Месть Новицкому. Ну, мне проще было заказать самого Новицкого, чем подставлять его убийством человека. Сильно ты меня удивил, Бачурин. И Егоров подтверждает, что ты душил Новицкого. Подожди, а Новицкого выпустили? Пока да. Под расписку.
Слушай, давай еще раз допросим эту Баранову. Умерла тетушка. Сердце не выдержало. А не кажется тебе все это как-то странно? Кажется. Что твой лучший дружок Питбуль зачистку проводит, а то вдруг какое-нибудь дерьмо еще выплывет. Взятка должностному лицу. Ну вот не верю я, что Сергей мог... Ну что он, идиот, что ли? Павел Павлович, ну не брал Бачурин. Я проверил, но он действительно продал свою квартиру. Я там лично была в момент продажи у него дома. Но ведь это не фотомонтаж. И киллер этот не ко времени вены вскрыл. Я понимаю, что показания уже никак не перепроверить, но, Павел Павлович, я сердцем чувствую, что дело не в самом Бачурине, а в их старой войне с Новицким. Понимаете? Ты мне факты предоставь. Сердцем она чует. Хорошо. Факты. Владелец машины Радюгин? Протокол по допросу Новицкого. Радюгин. Новицкий выпущен под расписку. Радюгин. Они что, с Новицким повенчаны, что ли? Дело принимает серьезный оборот. Придется звонить в Москву. Павел Павлович, тут Петр Булин просит о встрече. Говорит срочно. Ну пусть приезжает. Он уже здесь. Ха, прискакал уже. Приветствую. Здравия желаю. Решил помочь вам. Да. А вот это интересно. Наливай, Радюгин. Ой, хороши маслята. Баранова дура. Чуть всех нас не подставила. Ну и справилась же. Умерла вовремя. Ой, или сама. Ну да, представляешь. Да, вот Кириллова жаль. Отличный киллер был. Денег его семье надо будет подкинуть. Но и оставлять его тоже опасно было. Откуда у вас эта запись? Схватил за хвост крысу. Мой водитель Леня погиб весной. Я нашел нового. Так вот этот новый, крыса, шпионил за мной. Я-то сразу этого не понял. Потом его к ногтю раскололся, что Новицкий его ко мне приставил. Ну, не сам, конечно, а с помощью своего вертухая. Чтобы мой шофер Новицкому всю подноготную обо мне сливал. Так вы его перевербовали, что ли, шофера? Ну... Не буду рассказывать, как заставил его в доме Новицкого жучки установить. Вот тут-то его вертуха и выплыл. Ваш, Радюгин. Ну, разберемся. Опер-то твой вроде за меня сидит. Ух ты.
Борец за справедливость? Ты думаешь, что я не понимаю, что ты моими руками хочешь разделаться с Новицким, да? Эх, прижать бы тебя сейчас как следует. Да надо выручать Бачурина. Но я тебя прижму. Ох, как прижму. Товарищ генерал. Товарищ подполковник, вы арестованы. Зоя, ты прости меня, что я был такой скотиной. И спасибо, что вытащила меня. Я твой должник. Ничего ты мне не должен, Сереж. Просто надо было сразу сказать, что ты вместо похорон Ленки в клинику летишь. Лети себе. Пусть у вас все будет хорошо. Спасибо. Wir haben sie alles getan, was wir heute. Они сделали все, что могли. Wissen Sie, nach einer Chemotherapie und einer Knochenmarktransplantation wird alles von Ihrer Immunität abhängen. Wer sie ist, wird es leben. Wer sie nicht, verstehen Sie. Все будет зависеть от ее иммунитета после курса химиотерапии и пересадки костного мозга. Захочет, жить будет. Не захочет. Сами понимаете. Захочет, захочет. Вы меня извините, я позвоню. Да, конечно. Данкишон. Спасибо. Викуля, это я. С мамой все хорошо. Ты мне скажи, она там бабушка еще не стала? Нет, я со дня на день жду. Ну, ты береги себя, Викуль. Пап, я хотела тебе сказать, ты тоже скоро станешь дедушкой. Я тебя люблю. Дедушка.